преддверии парада памяти в самарских школах проходят тематические уроки мужества. Их проводят депутаты городской думы. Они рассказывают ученикам об историческом значении парада 1941 года. Подробности в нашем сюжете. Депутаты Самарской городской думы в преддверии парада памяти проводят уроки мужества. В рамках этого проекта ученикам 26-й школы показали хронику о значении Куйбышевского парада 1941 года, а также документальный фильм о событиях сегодняшнего дня. Мы проводим такой вот мост между поколениями, так скажем. Когда мобилизовалась страна в годы Лихолетия, Великой Отечественной войны, и сегодня, когда фашизм вновь поднял свою голову, и военнослужащие встали на защиту Отечества, и Самара вновь стала армейским тылом. О подвигах героев Великой Отечественной войны, о мужестве тех, кто сегодня защищает родину, и о том, как сегодня жители города помогают бойцам, рассказали и ученикам 162-й школы. Хотелось бы, чтобы ребята взглянули по-другому на этот парад. Пошли смотреть, пошли участвовать. И, конечно, как и мы, гордились, любили наш славный город. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября на площади Куйбышева. В нем примут участие и школьники. Несколько парадных расчетов будут состоять из воспитанников юнармии. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.